Доброго времени суток, друзья. Здравствуйте. Сегодня мы с вами поговорим о такой траве, лекарственной траве, значит, которая называется, двойное название этого растения. Это прутняк обыкновенный или еще витекс. Витекс, это его называют прутняк обыкновенный или витекс. То есть авитекс на основе прутника обыкновенно вот этой травы перед вами, которая делает лекарственный препарат, который называется витекс. Итак, по порядочку. Значит, история, лечебные свойства, противопоказания и вред. Итак, витекс — это витекс или прутняк обыкновенный. Посмотрите, какой красивый. Он растет кустарником. Вот это я показываю вам два вида. Значит, кустарник и вид вблизи. Значит, какой он, значит, бывает. И вот так вот он растет, уже как бы созревая. И там бывают вот такие вот семена. Польза, значит, растения и вот этих семян. Сами цветочки, что используется в этом растении, используется, значит, высокое содержание в этом, он используется как в народной медицине, так и в традиционной. И благодаря высокому содержанию флавоноида растение оказывает противовоспалительное, седативное, спазмолитическое эффект. Значит, помогает снять неврозность, устраняет бессонницу, сравнивается с заболеванием таким репродуктивной системы как у мужчин, так и у женщин. Короче, эта трава более подходит для женского и мужского организма, то есть гормональное такое действие дает. Трава витекс или прутняк обыкновенный относится к группе кустарников, как вы видите. Ну, мы не будем биологические свойства разбирать его. Значит, цветет с июня по октябрь. Сбор, значит, с июля по октябрь. Значит, в ноябре собирается плоды, в ноябре, в октябре. Ну, растет уже Азия, Закавказье, Крым, в странах Африки. У нас можно, значит, вот в странах Закавказья, но сейчас культивируется, сейчас климат меняется, и поэтому можно уже увидеть его и в наших регионах, Российской Федерации и стран СНГ. Значит, так его можно увидеть в районе побережья небольших рек, зарослей травы. Такое она любит почву, значит. Химический состав. В состав лекарственного растения входят такие соединения питательные. Это агнозит, акубин. Он улучшает внутриклеточный метаболизм. Второе, значит, эфирные масла, такие как лимонен, сабинен, пинен. Очень необычные эфирные масла. Они оказывают обезболивающее, противоотечное действие, улучшает состояние кожного покроя, нормализует питание клеток дермы, омолаживает, устраняет морщины и угревую сыпь. Флавоноиды. Ориентир, кастин, обладает антиоксидантным эффектом, выводит из организма свободные радикалы, это немаловажно, которые окисляют клетки и устраняют старение мягких тканей. Дубильные компоненты оказывают противовоспалительное действие, улучшают микроциркуляцию. Ретинолы, витамины группы В находятся там, тиамин, рибофламин. В составе листьев растений, вот это листья, значит, успокаивают нервную систему, стабилизируют психическое состояние, снижает негативный стресс. Такой аретинол положительно влияет на активность зрительного анализатора. Минеральные вещества. Селен и магний, друзья, это немаловажные элементы. Селен и магний. Значит, магний последний улучшает работу сердечно-сосудистой системы, а селен замедляет наступление климакса. То есть, как я говорила уже, что эта трава как бы подходит более для женского организма. Женского организма, которому за 21+, то есть за 50, или климатический период. Органические кислоты, это муравьиник, уксусная, масляная, аскорбинная, оказывают антибактериальные и противовирусные эффекты. Это вот такие там кислоты. Алканоиды,
алкалоиды, значит, поддерживают азотистый баланс в организме, способствует быстрому восстановлению после тренировок. То есть спортсменам эта травка просто незаменимая. Значит, она хорошее действие оказывает, еще раз повторю, лечебные свойства для мужчин и женщин. Продается она, как она, стойкой. В аптекочных сети можете приобрести. И в травяном сборе, значит, в травяном сборе или просто вот эта трава, которая называется прутня обыкновенная или витекс, вам подадут. Так, ну или сейчас, ну, всевозможные другие названия, может он называться изовитекс, но я его не рекомендую, я не знаю. Это не реклама, это канал, который информирует, говорит, вот такие есть травы. А ваша задача консультироваться с доктором и делать для себя выводы, нужна ли она вам. Это натуральный флавоноколикзид, оказывает успокаивающее действие на нервную систему. При попадании в организм вещество нормализует гормональный фон, как я уже говорила. То есть гормоны у женщин уже падают, и они как бы немного дают облегчение женщины и улучшают настроение, снижают риск обострения психических расстройств. Значит, питательные вещества состава растений приносят следующую пользу. Выводят из организма канцерогены, предупреждают даже разрушение клеток печени, развитие заболеваний селезенок, снимает воспаление, улучшает качество сна, ускоряет регенерацию мягких тканей, повышение тонус гладкой мускулатуры. Вот такая вот прекрасная травка, которая называется прутняк обыкновенный. Прутняк обыкновенный. Также он дает и энергию для восстановления после тренировок у мужчин. Так что вот такие вот. Витекс – это священная трава для женщин, как его называют. И приносит пользу при таких заболеваниях. Воспаление молочной железы, злокачественные образования даже в матке, нарушение менструального цикла, возникновение гормональной терапии, бесплодия и мастопатии. Вот поэтому, друзья, у кого-то эти проблемы, и когда вы идете на прием к доктору, то, пожалуйста, вы можете даже посоветоваться, скажите, а можно мне какие-то препараты лекарственные применять на основе лекарственных трав. Они вам посоветуют. Значит, там находятся фитоэстрогены, входят в состав этого растения. И прогестерон. Поэтому препараты на основе экстракта, изготовленные из этого растения, применяются, значит, в гинекологии. Поэтому доктор может вам даже и посоветовать и выписать. То есть нужно, когда идете на прием с доктором, разговаривать с доктором, и он на основании ваших показаний, анализов и так далее может посоветовать. Ну и вред, значит, самое главное перед дозировкой и алкалоидной, в общем, аллергической реакции. И поэтому вот всегда говорю и еще раз буду повторять, что дозировка должна начинаться с минимальной дозы. Значит, какая, если вы передозировка, то может быть тошнота, значит, желудочно-кишечное расстройство, как всегда, могут тут быть агрессии, всевозможные выступления на коже, аллергии, естественно, головные боли, мигрень. Вот, поэтому вот такие могут быть передозировки, если вдруг вы в большом количестве примете этот препарат. То есть, или травочку выпить, и чай. То есть, чай тоже можно употреблять где-то вот. Женщина пила у нас тут чаек. А вот поэтому здесь какая красивая травочка. Прям, ну, просто замечательная трава. Вот. Вот женщина пьет у нас чай на основе трутняка обыкновенного. Поэтому особо вы не увлекайтесь. Не увлекайтесь и консультируйтесь обязательно с доктором. Потому что если сочетание препаратов медицинских и плюс травяные настои, то тоже может быть эффект не очень хороший. Поэтому консультируйтесь и сами заходите в сеть интернет, смотрите информацию про те или иные травы. В частности, мы говорили о прутнике обыкновенном или витекс. Так что, друзья, я вас проинформировала
проинформировала о такой траве. И желаю вам здоровья. И не забывайте о лекарственных растениях. И не только лекарственных растениях, вообще о дарах природы. Сейчас самый сезон, пик заболеваний. Поэтому себя нужно обезопасить. То есть применять побольше всевозможных лекарственных растений. То есть чередовать их. Сегодня одна трава, за другая. Так, поэтому я вам желаю здоровья и еще раз здоровья. Берегите себя. Никто вам не поможет, как вы себя сами. Будьте внимательны к своему же здоровью. Здоровья и еще раз здоровья. Берегите себя. Пока-пока. До новых встреч, друзья.